Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами вновь Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Напомню вам про просмотр специальных картинок в течение 3-5 минут, либо же те, которые на экране, либо те, которые вам понравятся в интернете. И неизменно буду повторять по поводу классики, в частности Моцарт, поэтому когда вы идете на работу, в школу или просто гулять, включайте классику и слушайте вместо механической и клубной музыки композицию великих людей, которая уже неизменно является шедевром мировой классики. Итак, переходим к нашему упражнению. Большой палец правой руки и указательный палец левой руки. Они соприкасаются и идут вверх. Левая рука, большой палец, правая, указательный. Соприкасаются и идут у нас вверх. Очень простое упражнение. Когда мы уже его освоили, можно идти вниз, либо же закрывая глаза. То же самое, можно вверх, можно вниз, разные скорости. Когда мы уже освоили, переходим ко вторым пальчикам. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Можно вверх, можно вниз. Когда мы уже все это освоили, мы переходим ко всем пальчикам обеих рук. Можно считать вслух. Исходное положение приняли. И идем. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Освоились, можно закрыть глаза и делать уже снизу вверх. Когда мы это уже освоили, можем выполнять с другой скоростью, комбинируя разные варианты. Снизу вверх, сверху вниз, закрывая глаза и так далее. Если для вас по-прежнему эти видео интересны и полезны, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и дальше будут еще интересные классные упражнения. С вами был Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Пока!